Хирургические реанимационные отделения, роддомы, водонапорные башни и интернаты, расположенные на линии разграничения, укомплектуют оборудованием для бесперебойного обеспечения электроэнергии. 4 генератора прибыли в Северодонецк из Германии. Кому достанутся аппараты, узнавала наша съемочная группа. Севердонецкая государственная служба по чрезвычайным ситуациям приняла очередную помощь по линии Красного Креста от немецких меценатов. 4 генератора мощностью 60, 40 и 30 киловатт. На сегодня вы видите, что в Луганской области, даже несмотря на то, что у нас есть призрачное перемирие, но тем не менее есть технические проблемы, связанные со светом. Проблемные точки в первую очередь генераторы и будут поставлены. Мы их раскидаем прежде всего на линию, где были военные действия, опасная станица Луганская и Новоайдарский район. Закроем, там закроем, чтобы не было, чтобы плечо воздействия было ближе. И один оставим здесь, значит, в этой зоне, чтобы был для подстраховки. Место назначения, а именно в хирургические и реанимационные отделения, роддомы, водонапорные башни и интернаты, агрегаты поступят сразу после того, как их укомплектуют силовыми кабелями. Настя Волкова, Вадим Цитков, Події.